плохо начали чемпионат, и сегодня у них, можно даже сказать, какая-то безвыходное положение. Оба должны выиграть. Ну что ж, вот интрига и сформулирована. Марко Трабукином, хорошим ударом, на мой взгляд, вообще одно из лучших трансферных решений Ромы за последние два года. Хотя, абсолютно, мне кажется, никто особо-то на Нголанта и не ставил, как на вот такое открытие, да, что вот он станет ключевым игроком. Однако он таковым и стал. Флегматично на все это реагирует. Теперь такой же розыгрыш другого фланга. Флоренци, подача в штрафную. Джек, удар слева. Ты 2-3 года играл в Paris Saint-Germain, поэтому никаких вопросов нет. И в команде мне директор сказал, что прям игроки стали спокойными, потому что они очень ему верят. Вот он внушает доверие, это очень важно. Салах с мячом, пас, штрафной удар! Ромы, испанец, перешедший из Дженуа, прошлый сезон довольно успешно отыграл. Забить больше 10 мячей в серии А за среднюю команду — это вполне приличный результат. Но Рим — совсем другая история, здесь гораздо больше. Вот здорово, Салах быстроногий ушел. Вот и врач, честное преимущество Ромы. 4 в 3 вываливаются. Пас направо, и случилось. Атакует Рома, сейчас немножко прижала туринскую команду. Салах с мячом. Салах входит в штрафную. Пас под удар. Пьянич! Штанга! Защита Пьянича оставили совершенно одного. Заснул Дебала. Электроники. И сейчас штрафную выполняет Пьянич. Нет, решил пробегами, потому что почему-то никто из нападающих, и в первую очередь претензий, наверное, к Джеку, да, по этому эпизоду, не было никого в вратарской. Нангулан решил пробить. Отскок. Джеку ставит корпус. Пьянич, удар! Яго Фалька, который первый тайм играл на левую бровку вместе с Дини, он, мне кажется, неплохо они смотрелись. И он его поставил на правый фланг сейчас. И Кайта играет больше слева. Ну, Кита нападающий. Директор Рома Сабатини отказал президент Дженуа в аренду игрока. Нет, ты сейчас в перерыве позвонил, узнал. Нет, так, ну, скажем, почти. Джеко! Буфон выручает. Здесь много всяких вариантов. Еще раз смотрим. Здесь было положение вне игры, как выясняется. Но не у того, кто бил, не у Джека. У Де Росси было все. Ну и Буфон демонстрирует свой класс, выручает свою команду. Это Пьянич. Видимо, такой будет удар. Удар, так и есть! 1-0! Рома открывает счет! Пьянич исполнил, и куча мала на трибунах Олимпиады. Штрафные, помнишь, такой был? Жунинио Пернамбукано. Да. В Лионе. Вот. Миралем Пьянич вырос. Каждый день на тренировке, каждый матч видел, как Жунинио это исполнял. И научился у него, у выдающегося мастера стандартных положений бразильца. И Пьянич сейчас забил важнейший мяч. И посмотрим, как сейчас Дебал выполнит получше. Выполняет подачу под бал в угол. А мы помним, что фактически вывел финал Ювентус в Мадриде именно Погба команду, потому что он выиграл в воздухе мяч и сделал ту самую скидку, которая привела к решающему. К динозаврам тот и Буфон. Найнгол. Хороший Найнголан. Я еще его на него обратил внимание, когда он за Кальери играл. И диву дают, что никто из русских клубов его не взял. Ну, надо должен, что ЦСКА и Зенит. Пожалуйста, твои подруги. После атаки Ромы. И Турби сразу же включает свой дриблинг. Удар по ногам. И должна быть желтая. А если это вторая желтая? Нет, это не вторая, потому что это Мара. Да. Вторая желтая, удаляется Эвран. И вместо действия. Любопытно смотреть, что 20-летний Погба успокоит 30 с чем-то летний Эвра и просит ему покидать поле, не спорит с арбитром. Да, мы видим, что растет в Ювентусе новый лидер, но насколько этот лидер на год, как ты считаешь, да? Это лидер надолго, и просто не в чемпионат Италии. Я думаю, после Евро он уже поедет в более сильный чемпионат, более сильный клуб, который он заслужит. Итак, в меньшинстве Ювентус доигрывает этот матч. Пришлось перестроить вот до такой степени оборону, что Джеко бьет, и 2-0 счет становится. Проиграл все-таки один раз за матч единоборства Кьеллини. Я думаю, что как раз только было, я хотел обратить внимание, на это перестроение произошло в оборонительной. Да, не успели перестроиться. Вот смотри,
Да, вот Еленин. Сразу. Все, он отстал от эпизода, потому что как бы уже не он со спины к нему подошел. Если бы он играл, как он весь матч играл в качестве центрального защитника, он бы, я думаю, здесь, мы видим, и Турбе по-любому был еще один здесь, где должен был быть Евра. Но, по-моему, мы разобрали все четко. Молодцы. Я так даже подозреваю, что, зная Руди Гарсье, он попросил и Турбе. Абсолютно прав. Подчеркнув, что вот эта история Тотти, которая табу и которая все равно остается ключевой для этой команды и для этого города, пока он не окончил карьеру, сейчас опасно, может быть, вне игры Дебал. Нет, засчитывает мяч. Здесь, конечно, Рома невнимательно сыграл. Честно. Очень невнимательно Рома сыграли. Мне показалось, что в офсайде был Дебал, но... Выясняется, что все по правилам. Да, действительно, Манолс был глубже. И пропускает Рома гол. Ювентус забивает все-таки свой первый мяч в сезоне. Делает это, как ни странно, именно Дебала. Да, все правильно. Не было положения вне игры. И счет становится 2-1. Значит, ну, минуты 3 еще понервничать. Минут 5 понервничать болельщикам Ромы придется. Итак, внимание. Подача пошла. Борьба за мяч. Удар! И строго по спине Дероси пробил сейчас Хиелини, а не по мячу. Но, честно, потрясающе потащил мяч. Но одно «ще» у него в фамилии уже есть, поэтому второе добавлять не будем. Но это потрясающий сейв. Сумасшедший просто сейв. Это был гол. И поскольку Марко Трабуки комментатор начинающий, у нас есть такое правило.